Приветствуем зрителей на нашем канале. В этом содержательном видео вы узнаете все самые важные аспекты букмекерской конторы 1xBet. Также под видео вы найдете ссылку на контору 1xBet, которая дает вам 100% на депозит, и промокод 21KEF, который дает вам еще 30%. Итого вы получаете 130% на депозит в ваше полное распоряжение. Международная букмекерская контора 1xBet – один из лидеров беттинг-рынка СНГ. Ставки на спорт принимаются с нескольких онлайн-площадок – официального сайта в доменной зоне .com, мобильной версии и приложения для смартфонов на Android и iOS. На территории России деятельность букмекера находится вне правового поля, поэтому сайт подвергается блокировкам со стороны Роскомнадзора. Однако пользователи без проблем находят выход и пользуются данной платформой. Букмекер 1xBet предлагает богатую линию спортивных событий, принимая лайв-ставки и пари в приматче. Роспись матчей является вариативной и часто включает в себя немало эксклюзивных рынков. Коэффициенты в большинстве видов спорта высокие, но уровень маржи зависит от статуса события. Официальный сайт содержит не только спорт, но и разделы казино и других азартных игр, которые представлены в разнообразии. Все онлайн-площадки 1xBet, включая приложения для iOS и Android, отличает интуитивно понятный интерфейс и богатый функционал. Букмекер предлагает пользователям онлайн-трансляции событий, статистические выкладки и качественный матч-центр. Для пополнения счета и вывода средств предусмотрено большое количество платежных инструментов. Главная особенность данного букмекера заключается в огромном выборе событий, как спортивных, так и неспортивных, на которые можно делать ставки. Также здесь отличная бонусная программа для новых и уже зарегистрированных игроков. Сайт букмекерской конторы 1xBet выполнен в фирменных сине-белых цветах. Интерфейс интуитивно понятен, в нем легко разобраться и начать делать ставки. Есть отличная система поиска, а также возможность заключать пари в один клик. Отдельно нужно упомянуть о разделе со статистикой, в которой представлена подробная информация о командах, турнирах, отдельных спортсменах, спортивной статистике, истории встреч команд и многое другое. Эта информация очень помогает в прогнозировании исхода матча. Зарегистрированный игрок может самостоятельно решать, как ставить ставки на 1xBet – в режиме прематч или в лайве. В первом случае игрок заключает пари на будущие игры, которые состоятся в срок от одного дня до нескольких месяцев. Во втором случае ставки нужно ставить на матчи, которые уже начались. Также букмекер не ограничивается ставками на ближайшие события. Букмекерская контора 1xBet предлагает своим пользователям долгосрочные ставки, например, на победителя следующего чемпионата мира или Европы по футболу. Завершив 1xBet вход, игрок получает доступ к графическим и видеотрансляциям. Первые доступны практически в каждом событии, а вторые активны на самые интересные и популярные матчи. Для того, чтобы воспользоваться всем этим, нужно зарегистрироваться. Перейдя по кнопке регистрации, нам уже сразу предлагают 4 варианта, как мы можем зарегистрироваться. Первый – в один клик. Вы указываете страну, обязательно выберите вашу валюту, ведь бонус конвертируется в вашу сумму, и вводите промокод 21KEF, который вы уже видите на экране. Выберите вам нужный бонус на спорт или казино и нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». Если мы идем на второй вариант – регистрация по телефону, там вас ждет ввод вашего номера телефона. Также вам нужно выбрать валюту. Введите промокод 21KEF, а потом вам понадобится код, который придет вам на номер телефона. После обратите внимание на бонус. И все, вы зарегистрированы. Перейдем же на вариант регистрации по почте. Тут немного сложнее и дольше, однако мы рекомендуем именно его. Вы вводите вашу страну, регион, город, в котором проживаете, и только потом выбираете валюту. Потом вводите почту, номер телефона, ваше имя и фамилию. И самое важное – пароль, а также обязательный к заполнению пункт промокод 21KEF, который вы сейчас видите на экране. А также ваш неизменный выбор – вам нужен бонус на казино или на спорт. И у нас остался последний вариант – это возможность регистрации по соцсетям или мессенджерам. Тут все совсем просто. Вы выбираете ваш вариант сети и просто ждете, когда подтянутся все ваши данные, после чего просто выбираете валюту и вашу страну. После вы снова вольны выбирать, ваш бонус пойдет на казино или на спорт. Правила бонуса и других акций вы можете прочитать на самом сайте. А вот касательно ввода и вывода средств, букмекерская компания 1xBet предлагает огромный выбор способов пополнения своего игрового счета. У букмекера более 250 платежек по всему миру. Минимальная сумма пополнения зависит от метода ввода, а операция занимает от нескольких секунд до пары дней, в зависимости от выбранного способа.
Вывод средств в 1xBet можно выполнять такими же способами. Минимальная сумма вывода составляет 40 гривен, а максимальная сумма зависит от метода вывода средств. Разобравшись, как вывести деньги с 1xBet, давайте рассмотрим, на каких условиях это происходит. Комиссия как за ввод, так и за вывод средств не взимается. Срок вывода зависит от выбранного способа и обычно происходит максимально оперативно. В связи с этим сложностью пользователя возникнуть не должно, и выводить свои выигрыши можно будет беспрепятственно. Мы были рады рассказать вам о букмекерской конторе 1xBet. Быстрых вам выплат и больших выигрышей!